Около десятка домов повреждены в результате ночного обстрела Донецка. Местные жители пишут в соцсетях. Снаряд попал в одну из квартир пятиэтажки. К счастью, жильцов в этот момент не было дома. Никто не пострадал. Под интенсивным минометным обстрелом по-прежнему Авдеевская промзона, а также окраины Песок, Зайцево и Новоселовки. В районе Чермалыка стреляли из тяжелой артиллерии. Там в минувшие сутки было выпущено 6 десятков снарядов, сообщают в штабе АТО. На Луганщине нарушение режима тишины зафиксированы в Попасной, станице Луганской и Врубовке.